Масштабный межмузейный выставочный проект «Неподвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева» был организован Центральным выставочным залом «Манеж» совместно с Государственным русским музеем, в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств и Государственным академическим Мариинским театром. В выставке приняли участие 35 музеев Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России. В основе выставки лежит масштабное научное исследование, целью которого было отобрать для экспозиции самые редкие и значимые произведения периода зарождения и рассвета русской светской скульптуры. Это период с середины 18 до начала 20 века. Руководителем научной кураторской группы выступила Елена Карпова, крупнейший специалист в области истории русской скульптуры. Она же является заведующей отделом скульптуры и нумизматики Государственного русского музея. Сама идея объединения скульптуры и оперы поначалу могла показаться достаточно смелой, но сейчас, когда эта идея уже воплощена и мы находимся в пространстве этих двух таких изысканных искусств, мне она кажется вполне естественной. Конечно, можно говорить о том, что и в опере есть какая-то статуарность, и в скульптуре есть такая очевидная артистичность. И соединение двух этих, в общем, вполне изысканных и самостоятельных видов искусства, мне кажется, добавляет друг другу необходимую энергию и делает этот проект более интересным, создавая ему еще одно необыкновенное измерение. В основе архитектурного решения выставочного пространства лежит ассоциативная отсылка к образам санкт-петербургских императорских театров. Для постановки скульптуры на сцене был приглашен оперный режиссер и постановщик Василий Бархатов. А для реализации архитектурного проекта мы пригласили Александра Кривенцова и архитектурную мастерскую «Циркуль». Они работали совместно с графическими дизайнерами Андреем Шелютой и Ириной Чекмаревой. Специально для выставки «Неподвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева» мы подготовили научные аннотации каждому скульптурному произведению, которые можно увидеть в пространстве экспозиции. Также нами был издан буклет в виде театральной программки, в котором находится описание оперных произведений, которые звучат в пространстве выставки. Параллельно с созданием выставки нами был создан масштабный академический каталог, который содержит научную статью Елены Карповой о истории русской скульптуры и о тех предметах, которые представлены на выставке. Также каталог будет включать в себя множество изображений и скульптур, которые представлены в нескольких ракурсах и с акцентом к деталям. Каталог можно приобрести в книжном магазине «Манежа».